Ну, теперь бы как-то хитро тут еще одна. Да, это как раз момент, что надо 80 точно. Кластер так по 46, блин. Можно игрока сюда. Блин, ну раз. Я, честно, не слушаю сам. Но этого догонит. Я бы просто фрегат станции взорвал. Ну и мышь вот так. А сейчас еще одна прочинка и все. Починить корабль. Полторы, ну полторы. Две 900. Ну пушки летят, но медленно, даже за нами техники 10 5600. Хорошо, мы нифига не зарядились. Да еще на пара рейзеров добавлю. Еще этот транспорт. Бронетранспортник. Селектан 99, чем она летящаяся тарапина. Вот так вот сюда провернемся. Снова зачем не практически. Ладно, два достаем. Нужно с ракетницы их выполнить. С ракетона тут еще ракетомет. Не добрый. А, мы зря бластер починили. Квентер влез. СМЕРШ 1.16. Это формально так. Сюда, а на этого СМЕРШ сейчас. Если напрямую. Thank you.
этого не хватает. Уже мало выяснилось. Сафрон еще по нафа. Заходим на док. Бластер не чинить. Девять тысяч, почти десять. Какой-то менторщик 17 тысяч. Девяносто единиц 140. Можно вставить, потому что получим фото затягиваем. Реактор 5600, фазер 2800. Ну, бластер отдельно. Скинем после боя и меня починить 5 кило. Остальное там уже на военной базе точнее. За три. За три. Да они чем-то стреляют, это разрушает оборудование. Что это такое? Ну, меньше ли вроде этот генератор? Можно взять такой поставить, но не я, наверное.